Еще раз, пожалуйста, представьтесь. Фамилия Ильясов Талгат Сатулганович, директор историко-патриотического центра Героев Прикаспийцы. Да, Казахстан, город Атырау, бывший Гурьев. А скажите, откуда вы едете? Из Москвы? Или все-таки? Да, с самого начала. С самого начала, да. Почему решили принять участие в пробеге? Мы постоянно участвуем не только в бронепробеге, а вообще в международных патриотических акциях. В 2014 году, например, мы были в городе Керчь, Крым. Там у нас земляк получил Герой Советского Союза звание. В 2016 году, в прошлом году, 22 июня, мы участвовали в Брестской крепости реконструкции. В декабре участвовали в контрнаступлении в Москве, в Московском районе, в Русском районе, в Московской области. Ну, один вопрос. Как из Казахстана вы добрались до Москвы, до исходной точки бронепробега? На чем? И на чем поедете дальше? Наша делегация до Москвы половина. На самолете половина, на машине. Ну, то есть современными способами? Да. Давай. На какой из бронемашин? Здесь поправляю. Мы половина приехали на машине через Самару. Через Самарский ВОЗ. Некоторые там... Через Пензу. Понятно. Через Пензу, через Жужа. На какой из бронемашин вы едете? Так, наша бронемашина где? Вы имеете в виду казахстанский? На БТРе. Ну да, вы на БТРе, вот ты через эти... И как вам в восстановленной машине, вот, все-таки вам броняли достаточно тяжело? Да, конечно. Ощущения, конечно, привычные. Машина достаточно расслаблена. Постепенно привыкаем, адаптируемся и начинает нравиться. А что самое сложное? Что непривычно всем? Сложного ничего нету. То есть проблемы контроля нет, как не современной техники? Я думаю, у человека всего это тело. Да. Собственно, и мы исключение. Пока все нормально, не справимся.